Вблизи Дворца искусств развернулся летний кермаш. В белых шатрах предлагают выгодно купить восточные сладости. Пахлава, рахат лукум, сушеный кизил, помело, изюм и разные виды шоколадного дрожжа. Средняя цена – 25 рублей. Плюс есть финики по 18 и курага за 60. Тут же и халва. Берут от 15 за кило. Подсолнечная, арахисовая, узбекская и даже кунжутная. Манго по 35 рублей. Манго – производитель Таиланд. Вот, нарезается пластинками и высушивается естественным способом. У меня огромный ассортимент орехов, арахис, который стоит по 10 рублей. Есть кешью сырой и жареный, вот, производитель США. Миндаль есть. Он, правда, стоит 55 рублей, но, тем не менее, это орех очень полезный. На прилавках есть и крем-мед с добавками в виде сушеных ягод, перги, прополиса и живицы. Их привезли из разных уголков Алтая, Крыма, Краснодарского края и Башкирии. Предлагают здесь и лакомства из Беларуси. Стоимость 14 рублей. Неподалеку продают специи. Выбор огромный. 100 грамм средний у нас входит от 4 до 7 до 8 рублей, смотря что... Ну, тут разные, больше 150 разные специи, поэтому от разных стран. Основные из Узбекистана, ну, есть некоторые, которые в Узбекистане не растут, привозим там из Индии, там из Шри-Ланки. Тут же можно купить и мясные деликатесы. Домашнее сало, шпик и кровяную колбасу. Особой популярностью пользуются рыбные консервы из Дальнего Востока. Сайра, горбуша, печень трески и даже форель. Ценовой диапазон от 3,5 до 8 рублей. Так и манит аромат чая из Индии, Китая, Цейлона и Египта. От молочного улуна до черного императорского. Стоимость от 8 до 12 рублей за 100 грамм. Кроме набора продуктов, можно обновить сезонный гардероб. Шорты, сарафаны, майки и футболки. Собрать женские и мужские луки предлагают от 20 рублей. Наполовину дешевле аксессуары и очки для зрения. Здесь же продают дневные и ночные турецкие шторы. Метр всего 11 рублей. Как у нас тут ярмарки появляются, я часто захожу сюда. Я люблю специи покупать. Халву обычно берем мы. Ну и вот решили попробовать консервы вот эти вот. Ну как бы цены меня устраивают. Зима не за горами. Шубы из овчины предлагают всего за 300 рублей. Размеры от 38 до 62. Действуют карты рассрочек. К слову, все товары на ярмарке продаются по оптовым ценам. Летний кермаш работает ежедневно с 10 утра и до 7 вечера. Закупиться впрок можно до 31 июля включительно. Адрес: Ульяновская, 35. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.